Здравствуйте, дорогие друзья! С вами врач-педиатр, остеопат Александр Малый. Сегодня хотелось бы поговорить о такой проблеме, как иммунная система и адаптационные возможности организма. К сожалению, в наш такой интенсивный век, когда огромнейший поток различной информации, постоянно изменяющийся и постоянно различное идет достаточно агрессивное воздействие химических реагентов, физических, человеческий организм не успевает быстро адаптироваться к этим изменениям и адекватно реагировать. Плюс к тому же накладываются постоянно мутирующие вирусы и микроорганизмы. Здесь прикладывает свою роль все больше усиливающаяся антибиотикотерапия, и это отражается на мутации патогенных микроорганизмов, вирусов и бактерий. Так вот, а что же делать нам? Нам нужно выживать. Больше всего подвержены воздействию это детский организм, потому что иммунная система ребенка, она более-менее сформировывается только к 7-летнему возрасту и дальше продолжает еще формироваться. Мы с вами применяем в практике натуропатические, мы сторонники натуропатического воздействия. Это и висцеральная терапия, это и питание правильное, сбалансированное, экологически чистое по возможности. Также это нормализация кислотно-щелочного баланса. То есть мы за натуропатическое воздействие. И в этом плане, в плане коррекции иммунной системы, нам хорошо помогает такое средство природного происхождения, как стимулин, который получается из вот таких вот удивительных жучков, которые называются синекрыл. Этим жучкам, применению их в оздоровлении человека, практике уже более 1000 лет. Они описаны у Авиценны, описаны у Амирдавлата, описаны в тибетских источниках, в китайских. Как же этих насекомых принимали? С разной целью. Описано, что они улучшают зрение, улучшают кожу, улучшают различные процессы. И даже есть упоминание, что они рассасывают те опухоли, которые раком именуются. Это в древних источниках. А что же нас с вами интересует? Экспериментами нашими было показано, что экстракт вот этих вот насекомых, он активирует клеточный иммунитет в 4 раза, повышает. А клеточный иммунитет снижается и при грибковых поражениях, вирусных. Так вот, активация нейтрофилов и тканевых макрофагов, что она дает? Что они становятся более, прожорливые, в плане они больше поглощают патогенных микроорганизмов и лучше их переваривают. У них есть также еще одно очень интересное свойство. Это, кроме того, что они активируют клеточный иммунитет, они также нормализуют гуморальный иммунитет. И вы знаете, что растет число аллергических заболеваний, а аллергические заболевания, они связаны с гипериммунным ответом именно гуморального иммунитета. Так вот, удивительным образом вещество вот этих вот насекомых, оно нормализует этот гуморальный иммунитет, и поэтому мы его применяем в коррекции таких аутоиммунных заболеваний, это как и рассеянный склероз, аутоиммунный тиреоидит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева и так далее. То есть снимается вот эта вот иммунная агрессия организма против себя самого. Средство это очень сильное, и пометуя основное правило медицины, это не навреди, мы вначале должны сделать пробу и посмотреть, какая индивидуальная реакция организма. Сразу хочу заметить, что эта проба не аллергическая, это проба на индивидуальную чувствительность. Нам нужно узнать, как данный организм реагирует на данную конкретную дозу препарата. Как делается проба? Мы наносим ее в области либо плечевого сустава, либо в области предплечья. Берем, очерчиваем окружность ручкой и берем кисточкой, наносим туда каплю препарата. Мы
покажем это на модели, ну, такими легкими втирающими движениями. И мы ждем 3-4 дня. За эти 3-4 дня происходит очень интересный процесс. Препарат из вот этого места нанесения, он проходит путь по периферическим нервным волокнам до спинного мозга, дальше до головного мозга. И далее мы получаем обратный ответ по этому же пути, и только тогда проявляется реакция. Таким образом, у препарата есть еще одна удивительная особенность – это восстанавливать работу рефлекторной дуги, восстанавливать иннервацию в данном месте и способствовать образованию новых нейронных связей в головном мозге, что мы применяем при ДЦП, например. Вот. Через 3-4 дня мы оцениваем эту пробу и смотрим, если там ярко-красное покраснение, еще раз говорю, это не аллергия, это индивидуальная повышенная чувствительность. Тогда мы будем выбирать конкретно под человека индивидуальную дозировку. А дальше, как нам оздоровить организм? А вот используем мы для этого две уникальные точки. Это задне-срединный меридиан, 22-я и 20-я точки. Через эти точки регулируется гормональный фон. Мы оказываем воздействие на гипофизарно-гипоталамическую систему и воздействие на опорно-двигательный аппарат, потому что вот этой точкой человек рождается, и из этой точки, из 20-й точки заднесрединного меридиана, 22-я точка, она включает гипофиз-гипоталамус, вот, где находят отражение все заболевания. Что бы ни прошло в нашем организме, оно находит отражение там. И вот у стимулина есть удивительная способность регулировать и нормализовать эту систему, работу этой системы. И вот, вот эти точки, они уже включили организм. Более того, вот эти точки, нанесенные только две точки, они уже усиливают действие любых других препаратов. То ли это гомеопатия, то ли это фитотерапия. Действие в 3-4 раза усиливается. Но чтобы еще более оздоровительный эффект сделать, мы ставим точку на переднесрединный меридиан, 13-я точка. Мы включаем мозг живота, ставим точку на солнечное сплетение. И значение живота, кто попал в Агулов-центр, все знают. То есть живот – это жизнь. Вот включая эту точку, мы улучшаем иммунную систему органов брюшной полости. А затем мы переходим и наносим этот удивительный препарат паравертебрально вдоль всего позвоночника. Паравертебрально – это рядом с позвоночником, по ходу меридиана мочевого пузыря. Вот такое нанесение показало удивительную эффективность коррекции нарушений, связанных с герпевирусной инфекцией и папилломовирусной инфекцией. Особенность вот этого применения этого препарата еще в том, что он наносится один раз примерно в 2 или в 3 недели, в зависимости от реакции организма. То есть это очень эффективное лечение и очень эффективное воздействие и оздоровление. Вот. Через 2-3 недели человек приходит, и мы ему делаем повторную процедуру. Есть некоторые ограничения, связанные с тем, что несколько дней мы просим пациента не мочить только места нанесения препарата. Все остальные части можно совершенно спокойно мочить. А не мочить эти места в связи с чем? Потому что препарат должен пройти через трансдермальный барьер и дойти до места приложения, это гипофизарная гипоталамическая система. Вот так вот. И курс этого препарата – это 6 нанесений. В некоторых случаях он требует большего количества, но в среднем это 6 нанесений. Вот. Мы продемонстрируем практику на модели, вы посмотрите, как это делается. Но и я, конечно, хотел бы предупредить, что лучше делать это под руководством специалистов,
И Вагулов-центр, очень многие специалисты знакомы с этим средством, применяют его. Поэтому лучше, если это будет делать специалист, и вы через него познакомитесь, посмотрите, специалист оценит реакцию, даст вам рекомендации, что и как. Потому что иммунная система активируется очень значительно. Даже иногда немножко припухают лимфатические узлы. Это не должно пугать человека, потому что таким образом именно включается иммунная система. Вот. На все вопросы мы с радостью вам ответим. Обращайтесь к специалистам Вагулов-центра. А сейчас, друзья, давайте посмотрим пример нанесения стимулина на модели. Значит, сейчас мы продемонстрируем на модели, как мы делаем пробу и наносим препарат. Еще раз хочу обратить внимание, обязательно нанесение пробы, обязательно постановка пробы. И вот мы берем ручку и в области плечевого сустава проводим, вот делаем такое вот, обозначаем. Это важно для доктора и для пациента, куда мы будем наносить препарат, чтобы это место ограничить от попадания воды в течение 3-4 дней. Затем вот так вот втирающими движениями мы делаем нанесение. Я хочу предупредить, что пробу мы всегда делаем флаконом номер 3. Вот. Вот всегда делается проба таким флаконом. Теперь следующие очень важные точки – это точка 22 заднесрединного меридиана и точка 20. Нанесение препарата на эту точку, оно носит общеукрепляющий эффект и включает систему гипофиз-гипоталамус и регуляцию всего опорно-двигательного аппарата. Раздвигаем волосы и на кожу головы наносим препарат. Следующее нанесение мы делаем, это паравертебрально. Удобнее всего наносить снизу вверх. Мы проводим кисточкой, пока мы видим след на теле от нанесения препарата. Еще раз напоминаю, вот такое паравертебральное нанесение, оно оказывало, очень хорошее оказывает действие при... Можно волосы немножко приподнять? Прошу обратить внимание также, если у вашего пациента есть цепочка, то лучше ее снять, потому что она будет растирать препарат по шее, и человеку будет немножко дискомфортно. Мы ждем, пока подсохнет, быстро высыхает. И еще раз предупреждаем нашего пациента, чтобы только места нанесения препарата не мочить голову хотя бы 2 дня, а вот эти места, ну, желательно 3 дня. То есть гигиенический туалет обязательно, просто бережем, чтобы вот сюда водичка не попадала. Это нужно для того, чтобы препарат прошел через трансдермальный барьер и дошел до головного мозга, до своего пункта назначения. Хочу сказать, что стимулин – это очень сильное средство. И в мире его очень изучают, международное название его – педерин. Поэтому, когда вы будете захотите его применять на себе или попробовать, то обязательно вам нужна консультация с докторами Агулов-центр. Вот. Вы можете также пройти обучение на более глубокое, на семинаре, посвященному стимулину. Там вы получите исчерпывающую информацию. Вот. И периодически в интернете выходит различная информация, посвященная изучению этого препарата. Так что, пожалуйста, если вам это видео понравилось, то ставьте лайк, делитесь с друзьями. Вот, я хочу сказать еще, что этот препарат применяется даже новорожденным. У новорожденных он убирает микроповреждения в спинном и в головном мозге.
Вот. Пожалуйста, делитесь этим видео с друзьями, если вы считаете это нужным, лайкайте и заходите еще. Мы постараемся, чтобы вам было с нами интересно. Подписывайтесь на канал. Есть колокольчик, и если на него нажать, то вы будете получать уведомления о поступающей новой информации. И в следующей информации я бы хотел поделиться, как можно помочь ребенку своими руками. Это очень важная, как педиатр считаю, очень важная информация. Вы узнаете, как можно ребенку за считанные минуты нормализовать температуру, как ему наладить работу животика и так дальше. Будьте с нами.